Доброго времени суток всем, друзья. Выбрался сегодня на рыбалочку. Решил попробовать новый шнур. Купил, намотал себе G-Braid 8-жильный 0,6. Тот тоненький. Долго смотрел, выбирал в магазине. Он оказался самый гладкий, самый тонкий из того, что было в наличии. И решил его протестировать. Купил еще небольшие такие вот вибрах хвостики. Съедобные, взял еще от Pantone 21 натуральные расцветки и попробуем что-нибудь сейчас здесь поймать. Вот немножко зашел, шлюзы приоткрыли, дальше зайти особо не получается, рыбки вроде ныряют, и сейчас попробуем что-нибудь поймать. О, кто-то схватил, выплюнул. Оп, еще ударчик. Стукает, 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 стукает. Кто-то хочет. О. Оп, 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 оп. Опа, отцепился. Прямо рядом со спиннингом взять хотел. Кстати, сделал первый заброс. Улетело просто за горизонт. Выпуливается эта плетенка прям однозначно лучше, чем все остальные. На ощупь она очень-очень скользкая. Я несколько штук смотрел. Оп, есть, есть, нету. Окуньки, видать, мелкие. И так, 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 жует, жует, жует. Удар, удар, удар. Что же они его? Так, вроде схватил. Кто-то у нас там зацепился. Ну-ка. Посмотрим. Небольшой окунёк. О, малыш попался. Такой виброхвостик. Сделаю еще несколько забросов и попробую резиночку немножко большего размера. Так, 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 сейчас схватит, оп, нет, не схватил. Ну-ка попробуем здесь прям. Три грамма на этой плетенке улетают просто нереально далеко. Так, идут небольшие стуки. Может быть, рыбку задеет, может быть, окуньки там балуются. Так, кто-то оп, схватил, заживал, отцепился, что ли? Да, залетел в водоросли и отцепился. Так, еще попробуем разок. Так, это уже поперли водоросли. Так, ладно, цепляться мы не будем за всякую ерундень. Так, оп, оп, оп. Кто-то пытается схватывать, но, к сожалению, не зацепляется.
так, схватил. Ну, что-то сопротивление вообще практически нет. За хвостик хватает, вот схватил. Висит. Ну-ка, есть, нету. Вот он. Абсолютно малюсенький окунь. Все, еще разок сейчас закину маленький этот виброхвостик и потом попробую виброхвостик большего размера. Возможно, окуньки будут немножко пожирнее. О, что-то хорошо прям. Что-то не пойму. Да что ты будешь делать? Какая-то ерунда. Так, освободился я от зацепа. Вот такая штука получилась. И смотрим. Разогнулся наш крючочек. Так что могу сказать, что... Вот он. Какой. Полетеночка, в принципе. Более-менее нормальная. Ребят, смотрите. Взял виброхвостик размером немножко чуть больше. Это у нас получается от... Пантон 21. И сейчас мы его испробуем. Посмотрим, может быть, на большего размера виброхвостик более жирный окунь возьмет. Оп. Второй заброс, пока рыбки нету. Оп, кто-то стукает. Опять стукнул. О, взял. Выплюнул. Сходу кто-то хапанул, но слетел. Так. Видимо, окуньки маленькие, хватают и катаются на хвостике. О, взял. Смотрите, ребята, кто-то у нас взял. О, как спиннинг дергается. Сейчас посмотрим, кто это у нас дерзкий такой. А это окунь. Ну вот это уже. Ну вот окунек уже более-менее такого средненького размера. Этого уже и в принципе взять можно. Ну хотя мы его отпустим. Ладно, попробую в серединку еще раз закинуть. Возможно, есть очень жирные окуни. Так, во, взял. Смотрите, друзья, ух, как дрыгается. Эх, спиннинг аж подпрыгивает. Так, кто у нас там сидит? Ну-ка. Оп. В общем, это был окунек среднего размера. Я его увидел, но он отцепился. Так, еще один заброс.
На этом забросе у нас ничего не было. Попробуем прямо закинуть. Здесь главное найти стайку окуня. Ну, эти окуни, в принципе, везде здесь плавают. Так, видите, стукает. Кто-то стукает, 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 стукает. Ну, и маленькие окуньки. Не хочет хватать. Оп, выпрыгнул маленько. Так, еще раз в серединку. Заброс, ребят, на этой плетенке просто исключительно отличный. Стоит она, конечно, немало. Но по сравнению с бюджетными шнурами, это закидывается прям вообще очень-очень хорошо. Так, идут рывки небольшие. Я думаю, вы замечаете по спиннингу, что он вздрагивает иногда. Так. Сейчас схватит где-нибудь здесь на подходе. Нет, к сожалению, не схватил. Так, о-о-о, задрыгался. Мне нравится окуни ловить, они так... Спиннинг-то рисует сильно. Опа! Эх, сошел. О, взял, давай, давай, иди сюда. Вот окунек маленький. Маленький вот такой окушарик. Но зато спиннинг дрыгает прям как надо. О! Почти с приманку размером. Ладно, еще несколько раз заброшу. А потом попробую поставить полярис. Тоже я взял в красном цвете. Посмотрим, может быть, на него лучше будет. Так, идут удары. Ладно, еще разок вот здесь закинем прям. Весь окунь рядом с бортиком стоит. Но здесь много всякой ерунды. Ух ты, сошел. Так, цепляется постоянно за всякую лабуду. Идут многочисленные поклевки. Но окуньки, видимо, мелкие, сходу заглотить не могут. Так, сейчас схватит, сейчас. О, стукает, ну. Есть. Ребята, смотрите. Прямо здесь взял. Заживал, ладно, еще разок закинем, азартная штука. Так. Опа, ох. Кто-то хватанул. Опять. Так, удары идут, видимо, хватает по чуть-чуть. Так, сейчас стукнет, так, жует, задерживаю, сейчас посмотрим, заглотит или нет. Не заглотил, о, стучит, не заглотил. Смотрите, вот ловлю прямо рядом с собой, стучит. Ладно, забросим. Воду прям. Оп, сошел. Так, вот взял, смотрите, о, как тянет-то. А. Сейчас посмотрим, кто у нас там зацепился. А там у нас, ну-ка, иди сюда. Очередной полосатый окунь. В общем, если кому интересно, вот такие окуня тут ловятся.
иногда. Так, не могу себе отказать в удовольствии еще раз запульнуть. И попробуем какую-нибудь или блесенку, или еще что-нибудь. Интересная маленькая колебалочку там. Или резиночку. Так, стучит, стучит. Ох ты. Поклевки прям иногда такие дерзкие. Окуня маленькие, но поклевки прям мочат. Так, ну, жует. Не, не получилось. Ладно, попробую одеть резиночку в виде червячка. Перезарядил и одел червячка такого вот красненького. И сейчас попробуем на него. Приманка наша уходит просто за горизонт. И будем пробовать что-нибудь поймать. Так, о, уже кто-то сел. Сопротивления практически нету, значит окунёк маленький. Отцепился вроде. Да, вроде отцепился. Оп, схватил прям рядом. Так. Попробуем. Удары идут. Видимо, очень много желающих его скушать. Но размер этих желающих оставляет желать лучшего. Эх ты, эх, давай сюда, иди. Водоросли зацепились. Ладно, попробуем с этой стороны. Возможно, здесь у нас что-то получится. Так, ударчики идут. Сейчас кто-нибудь скушает. Есть, есть, ава, 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 вот он, отпал. Ну, в общем, на резиночку, на червячка, как-то активность немножко чуть меньше, чем на виброхвостик. К сожалению, опускать на самое дно я тут не могу, потому что цепляться сразу начинает. Поэтому приходится и вгорать пол воды. Вот, и стучит, стучит, стучит. Опа. Так, 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 ну-ка. Сейчас соблазним какого-нибудь. Так, поднялся, но не схватил. Так, взял, 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 давай, иди сюда. Нет, отцепился, по-моему. Опять стучит, стучит. Сейчас опять схватит. Оп, взял, 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 прям рядышком. Оба, вот так вот. Сальто сделал на червячке. Ладно, еще разок сейчас проведем и попробуем какую-нибудь колебалочку. О, взял. Ну, смотрите, как спиннинг дрыгается, а. Окуня прям монстры. О, взял еще один. Опа, сошел.
Так, червячка нашего съели. Ладно, отключусь, что-нибудь сейчас еще прицепим. Смотрите, друзья, одел такую вот колебалочку весом в 1,5 грамма. И после нее попробую еще вертушку мы обсадить и посмотрим, будет что-нибудь или нет. На колебло никто хватать не захотел. Оп. Чуть-чуть идут небольшие такие стуки. Но рыбки нету. Кто-то взял, кто-то схватил. Это у нас, что это, окунь? Ну да, вот окунишка тоже взял. Так, ну что, друзья, на колебалку тут не хочет ловиться, попробуем на вертушечку и на этом будем закругляться. Зацепил вертушечку мэпсовскую с красными точечками и вот такой виброхвостик сзади на сетнике. Попробуем выловить что-нибудь покрупнее, возможно. Так, на вертушку поклевочек нету, пробую еще один заброс. О, кто-то попытался схватить. Ладно, друзья, на вертушку брать не хочет. Попробую ради интереса еще раз перевязаться. Поставлю маленькую мормышечку и Беркли мотыля. Ну, но на него, я думаю, будет клевать все подряд. Одел мормышку и мотыля Беркли. И попробуем сейчас. Я думаю, будет сходу все ловиться. Может и не будет, не знаю, посмотрим сейчас. Оп. Солнышко уже садится, рыбка может не видеть мормышечку. Может быть, резиночку надо немножечко пожирнее одеть, чтобы заметнее было в воде. Друзья, решил одеть вот такого поляриса, цвет машинное масло. Ну, на этого-то, я думаю, хоть кто-нибудь у нас клюнет. Легкий сильно грузик, видимо, приманочка не уходит на дно, не успевает. Течение сильное. И почему-то здесь именно рыбки не хотят на нее брать. С грузиком в 2-3 грамма окуньки свободно хватали. А теперь вот не хотят с маленьким.
Ладно, попробую ради эксперимента еще вибрах хвост еще раз одеть и посмотрим, будет на такой маленькой мормышке хватать виброхвостик или нет. Друзья, смотрите, вот на этот виброхвост в начале рыбалки очень хорошо ловилось. Я одел его на маленькую мормышечку и сейчас посмотрим, будет на него ловиться или нет. Если не будет, то это значит из-за веса грузика. Видимо, что не успевает заглубиться. И окуньки ее не видят. Они, видимо, там снизу бегают. Вверху их, наверное, нету. Сделаю сейчас несколько забросов. Так, первый заброс. Ни поклевок, ни тычков, ничего не было. О, схватил, но схватил уже здесь, прямо на выходе. Не хочет, значит, на этом течении у этой мормышки не хватает веса, чтобы заглубиться. И рыбка просто, видимо, ее не видит, наверное. Не, не берет рыбка. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Если будете здесь ловить, желательно ставить гарама, ну, где-то 2,5-3, чтобы наживка у вас успевала на дно уходить. А вот с маленькой мормышкой здесь немножко хуже. Рыбка не хочет ее брать. Я вот сколько уже забросов сделал, но не берет. Хотя до этого ловилась прям вообще активно. Еще раз спасибо всем за просмотр. Заходите, будет много интересных видео.